Друзья, всем привет с города Владивостока, всех приветствую. Приехал на заправку сразу с утра, друзья. Так, 92-й 47-10, 95-й 48-10, 98-й 54-25, ДТ-53-40. Так что все пока в порядке. Вроде ничего не подорожало. Как я вчера говорил, друзья, сейчас мы зальем. Я вам покажу. Вот такую вот штучку. Это у нас, друзья. Так, японская, предназначена для удаления воды в топливной системе, друзья. Вот такая тема. Water Remover. Дизель японский. Две штучки сейчас залью, заправлю. Можно сказать, полный бак. И все, и будет все прекрасно. Так что сегодня у нас с вами предстоит поездка. Съездим с вами в деловые линии на Народный проспект, съездим, отгрузимся, потом съездим с вами на набережную, потом поедем с вами за город, съездим на угловое и на обратном пути с вами заскочим к ремонтникам на угольную, и там у них попытаемся узнать, сколько будет стоить ремонт приблизительно, если они нам скажут, что они могут сделать и когда. Вот такие планы на сегодня, друзья. Так что мы, как всегда, с вами едем, смотрим. Я хотел всех, как всегда, поблагодарить, что вы меня смотрите. Оставляйте комментарии. Хорошие комментарии. Оставляйте лайки. Кто-то подписывается. Друзья, всех благодарю от души на моем канале. Всем крепкого, крепкого здоровья. Вам и вашим близким, и мне, конечно, друзья. Ну, а мы заправляемся и поехали в офис. А там уже бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все с вами сделаем. Сегодня светит солнышко. Неплохая погода. Но, друзья, погода неплохая, но я вам скажу, где-то около 2 градусов тепла всего. Жара немного отпустила. Ну вот она, друзья, красота. Так, все, заправились мы, друзья, с вами. Полный бак. Отлично. Все, сейчас мы на этом баке проедем. И уже тогда поменяем топливный фильтр и все остальное, что мы задумываем. Хотел на один вопрос ответить. Мне там скинули сообщение. Говорит, Игорь, мы, говорит, с женой хотим, говорит, приехать к вам в город Владивосток. Как в городе жить можно? Ну, я написал, в городе в любом жить можно. Где ты будешь, как говорится, где тебе лучше, где тебе комфортнее, там и нужно жить. А комфорт в себя включает что это? Это, конечно, не только квартира или дом. Но это еще и работа, сам заработок, как бы как-то так. В Владивостоке, Владивосток мне нравится, мы давно уже здесь живем, и мне другого города не надо. А обо всех недостатках вы в моих роликах видите, друзья. Тут самые большие недостатки, это вот отметить самые три, это будет у нас самое первое, это у нас дороги. Их практически, друзья, здесь нету. Инфраструктура, скажем так, потому что с пляжами, с набережными и т.д. и т.п. у нас тоже небольшая проблема. Ну и третье, это у нас в городе всегда, в портовых городах у нас все дорого, друзья. А из плюсов, ну, конечно, это, конечно, море. За граница, корабли. И то, что у нас очень вкусные морепродукты. Этого не отнять. Но они дорогие, опять же. Так что тут надо приехать, осмотреться, немножко пожить, прикинуть, где работать, где что. Работа очень много значит. Как на нее ездить? А, ну я еще забыл плюсы. То, что у нас правый руль. Это, конечно, тоже плюсик для Владивостока. А здесь нужно пожить, пожить, немножко освоиться, прикинуть, где работать, как зарабатывать, и тогда уже можно предпринимать какую-то, как говорится, решение. А так наобум ехать? Нет, так нельзя. Приедешь, вдруг что-то не понравится, ошибешься. У нас тем более здесь
море, а у моря это всегда ветра, а это всегда сырость, а это всегда морось, не всегда бывает летная погода. Курортный сезон у нас маленький, он только осенью, грубо говоря, в конце лета, осенью. Так что тут надо определиться. Так, я вам не подскажу, друзья, хорошо ли здесь жить или плохо. Я думаю, если ты человек более-менее состоятельный, ты везде можешь себе найти хорошее место проживания. Так что, ну, такой короткий ответ, друзья. Ну вот, только мы про дороги проговорили с вами, друзья. Я глазам своим не верю. На Днепровске начали снимать асфальт и будут его скоро ложить. Так здесь уже и положили кусочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какое счастье для Владивостока. Ёпарасоте. Вот кусочек положили. Оп. Здесь оставили, здесь положили. Ну хоть как-то, то уже невозможно ездить. Да, работы будет в городе просто много. Дорожных, я имею в виду. Да, ну вот, закатали. Молодцы. Респект. Да. Ух ты, какой танкер стоит, друзья, Там у нас нефтебаза. Да, друзья, ну как не любить такие сопки? Байкал сервис отгрузился. Сейчас поедем на Народном проспекте и потом с вами на набережную полетим. Солнышко сегодня пекет немного. Даже очень радует. Ветра нет, но солнце, наверное, градусов... Ну, не соврать. Ну, градусов 7-8, наверное. Тепло вообще. Можно даже снять куртку. Я так думаю. Друзья. Опа. Оп. Радио у меня здесь работает. Радио кричит. Так, ну все. Поехали. О, транстрек, друзья, я здесь отгрузился. Ну, там не сам транстрек, но в этом районе. Элстрим. Компания, вот она. Так, а мы здесь будем проезжать сейчас Антоху. Опа, флагман Амур. Привет ему огромный. Где он? Его не видно. Где-то ходит. Антохе привет большой. Опа. Здесь мы тоже, бывает, отгружаемся в этот контейнер. Так, кругаля дадим. Опа. Все, и поедем от Седова. Хорош. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все, поехали, друзья, в центр. Так, решил я, друзья, проехаться по Океанскому проспекту до центра. А то мы по Партизанскому проспекту там ездим. Через Гоголя ездим. Здесь тоже бывает редко. Мы уже на кольце Первая речка, друзья. Опа. Кинотеатр Москва. Мне Евгений сказал, что с 15 сегодняшнего числа в кинотеатре Океан будет проходить премьера фильма «Чернобыль». В главной роли Даниил Козловский. Вот как-то так. Я говорю, туда пойду. Я говорю, молодец. И расскажешь, стоит в этот фильм сходить или не стоит. А то как-то я с нашими фильмами не сильно дружу, но бывают и хорошие фильмы, не все уже, конечно, плохие. Вот «Чернобыль» американского исполнения я смотрел, там сериал, там сколько там, 5 серий или не помню, друзья, мне сильно понравился, блин, ну обалденный, да, сильно понравился. И актеры, и постановка, и все так разложено по полочкам, блин, мне понравился. Посмотрим, как наши это все создали. Так что если что, сходим.
Я супруге уже задавал вопрос, что нужно сделать культурно-массовый выход в кино. Она не против. Так что посмотрим, как это будет проходить у нас сейчас на выходных с ней. А так было бы, конечно, даже для себя хорошо. Так, поехали, 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 поехали. Сейчас мы здесь на Покровский парк. И, друзья, на набережную посмотрим. Да вы посмотрите, я-то ее, эту набережную, всегда вижу. И вы посмотрите, какая она у нас, в каком состоянии. И что там построено. Ну, я уже показывал, кто, конечно, меня смотрит очень давно. Но все равно, она оставляет желать лучшего, эта набережная. Вот там бы построить этот сухой пешеходный фонтан. Было бы, конечно, замечательно. Но нас об этом никто не спрашивает. Как делают, так делают. А то, знаете, бывают люди говорят, вам что не сделаем, вам все не так. Так что, хотя бы хоть что-то делают. И на этом, скажем так, спасибо, Галант. Фортис. Спортбэк. Первый раз вижу, друзья, Галант. Митсубиси Галант. Я просто вспоминаю 90-е. У меня у знакомого был Митсубиси Галант. Блин, ну такие дрова были. Сейчас не знаю, но было такой ужас. Мы смеялись, пацаны. Его чуть ли не в горку приходилось. И вот мы садились троем, как говорится, пассажирами и куда-то ехали. И чуть ли не приходилось, как говорится, пешком его толкать в горку. Такие дрова. Потом мы что-то поменяли. А, это автомат у него тупил. Потом автомат, короче, он поменял. И на нем что-то еще месяц поездил. И все. И я не помню, но металлолом что ли сдал даже. Просто его никто даже не покупал. Что такое? Что за пробки? Так. Ну что, мы едем или что? Братья. Братья, поехали. Ебанзи. Тюк-тюк-тюк. Так, ну все. На Оливудскую. Выскочили. Электробус, друзья. Это электробус. Поймали мы его на трассе. Ну, по традиции мы посмотрим, что у нас с приморским кондитером. Отреставрировали его, покрасили, побелили или что. Сейчас мы взглянем. Как всегда. Я всегда концентрирую на этом внимание, потому что ну негоже, негоже такому шикарному предприятию, как приморский кондитер, иметь такой фасад. Русгидро, дальневосточная энергетическая компания. Русгидро. Русгидро у нас тоже на русском острове собирается тоже что-то строить. И грандиозное. Да. Это я слышал где-то по сарафанному радио. Что у нас там везет? Так. Что там за машинки такие? Тойоты, 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 Тойоты. Электробус нас даже обогнал. Что-то ни одного пассажира там нету. Вообще, друзья, ни одного пассажира. Он что, просто стоял? Никто не едет? Нет. Приморский кондитер наплевал на это дело, конечно, да. И фасадик тут уже обрушился. Да. Обалдеть. Может, это здание не принадлежит ему, но я думаю, принадлежит. Там же магазин с левой стороны. Приморский кондитер. Оливудская 52. Пора уже задать вопрос. Просто задать вопрос администрации города. Вы когда приведете в порядок приморский кондитер? Блин, ну ничего в этом сложного нету, да? Да есть какие-то предприятия, есть какие-то указания, да, там. Ну, должны быть какие-то, скажем так, проверочные организации, которые должны смотреть, регулировать, наказывать и тому подобное. Все эти предприятия, все эти коммерческие предприятия. Если вы, скажем так, в божеский вид не можете привести, значит, все, лишать вас просто аренды и до свидания, блин. Но только так будет порядок, потому что порядка не будет. Потому что коммерсантам похрену, им нужны только деньги. У них в голове только цифры, деньги, все, прибыль и тому подобное, да.
Опа. А чтобы какую-то дорожку подделать рядом со своим офисом, всем наплевать. Тойоты, Тойоты, Ленд, Прадо, Ленд. Прадики. Куда-то повезли. Леворукие, друзья, леворукие все везут. RAV4, Прадики, леворукие. Опа, кто-то заказал для себя. Ну, наверное, для кого? Для администрации. Молодцы, себя не любят. Блин, ребят, припекает на солнышке, просто припекает. Ну что такое, блин? Опять припарковались не там, где надо. Но я понимаю, что надо выгружаться. Ну, блин. Ну, блин, блинский. Ну ладно, Ролтон стоит. Понятно, ему Ролтон надо выгрузить. Педикюры, маникюры. Оп, ну все. Сейчас мы будем заезжать, друзья, на набережную. Оп. Стадион, бедолага, Динамо, который никому не нужен, скажем так. Не хоккейный клуб у нас развалился, Адмирал. Луч тоже никому не нужен, тоже уже развалился уже. Блин, со спортом у нас просто тяжеловато. Ну, я понимаю, на все это нужны деньги, да, бесплатно никто не будет ни танцевать, ни плясать. Но если уж пошло так, ну, блин, я не знаю, тогда уже все, сносите это все, блин. И делайте набережную. Делайте развлекательный парк какой-нибудь, Диснейленд, если вы не можете. Посмотрите за границей, как это делается. Не знаю, там, фонтаны всякие там. Блин, да можно, я не знаю, придумать можно все. Если сам город не может это сделать, отдайте коммерсантам и скажите, 10 лет мы вас трогать не будем вообще. Как это делается во всем мире. Раньше китайцы учились у нас. А теперь мы у китайцев должны научиться, что отдали в аренду. 10 лет людей не трогайте, зарабатывайте деньги и т.д. и т.п. А потом уже по минималке что-то с них брать. И будет у вас, друзья, здесь все. И чертово это колесо, и детский парк. Ну вот этот детский парк, ну для детей надо, конечно. В основном идут с детьми гулять. Ну а вот сама набережная, друзья, ну что тут. Туалеты, вот ты заезжаешь, сразу стоят что-то, туалеты и все. И хаотично стоят машины. Все. Все, труба. Что тут? Что тут интересного? Какой-то ресторан стоит. Там вот мы ходили с вами. Там, в этот музей. Опа, в музей ходили. Ну вот ресторан. Вот ресторан китайский. Там кафе. Какой-то хлеб. Ну. Ну не знаю, ребят. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Ну что, я прийти на эти машины посмотреть, что ли? Тут вообще должна быть закрытая зона. Ну понятно, здесь идет бизнес, здесь спорткомплекс, здесь всякие кафушки и т.д. и т.п. Ну, ребят, ну, блин, ну так тоже. Дельфинарий бы построили там. Пешеходный вот этот фонтан бы построили. Еще что-то. Сами пирсы, которые там есть, мы будем проезжать там, посмотрим с правой стороны. Пирсы обустройте как-то, чтобы люди выходили прямо к морю и там, не знаю, чая кормили и т.д. и т.п. Да все можно придумать. Что-то я разговорился, блогер разговорился. Ну просто ужасно это все, блин, знаете, друзья, ну не на что посмотреть. Тут так вообще, сюда вот люди приезжают немножко как бы свежим воздухом подышать. Вот сюда они приезжают, вот они, видите, все стоят. Ну что тут, блин, тут все разрушено. И туда же все люди бросают бутылки, банки, мусор весь. Вот и все, вот весь культур-мультур. Но к морю надо подъехать, морем надо подышать, конечно. Фу. А если бы вот эту полосу, да, там километр или сколько она идет, если эту полосу отдать в аренду, да, грубо говоря,
здесь поставить какие-нибудь, не знаю, ларечки рядом с забором, да, грубо говоря, ну, чтобы пожарный проезд был и т.д. и т.п. И людей не трогать, они бы и пирс сделали, и здесь бы заборы эти сделали, и поставили бы ларьки эти, и никто бы их не напрягал, и они бы зарабатывали деньги, и людям было бы счастье. Ну правильно же, правильно, правильно, блин. Ну Игорь, вообще, в Игоря надо в администрацию города, вообще. Здесь тоже чайников учат, друзья, автошкола Аник. Что-то никого нету, а нет, один автомобиль стоит. Ладно, здесь сейчас мы отгрузимся, друзья, и подъедем к морю. Ну все, друзья, там отгрузился. Все, мы здесь у моря. Вон, пожалуйста, нырки, чайки, все тут. Тут можно, говорю, сделать бизнес вообще просто. Ну, ничего не надо, ну ничего придумать не надо. Даже денег вкладывать не надо администрации, то все можно сделать. Все бы эти, все бы здесь сделали вообще аккуратненько. Блин, тут даже можно пляж сделать. Друзья. Вообще, и люди бы купались. Ну, чистая вода. Вот в это время, кто, как говорится, любит прохладную воду, купаться, ну, просто зашибись, зашибись. Зашибись, друзья. Кораблики стоят. Блин, стою, друзья, у меня аж голова закружилась, представляете? От кайфа морского воздуха. Ну, то, что про мусор, друзья, ну, не буду уже многословить. Ну, все прекрасно без меня, понимаете, что оно так, как было, так и будет. Люди, конечно, к этому относятся вообще просто по-идиотски. Ладно, мы будем наслаждаться красотой просто. Там тоже какие-то кораблики стоят. И очень даже много. И вот когда постоишь, друзья, у какого-нибудь пирса, да, или около воды морской, подышишь воздухом, посмотришь на эти просторы и т.д. и т.п., и сразу отпускает весь этот негатив, и даже не хочется разговаривать, что там делают они, что они делают, кто что берет, кто что не делает. Просто думаешь об одном, что не зря ты здесь живешь, друзья, и все. А там вот эти пирсы, они вообще просто все... Как их назвать, не пирсы, а ну, подход к воде, если я неправильно сказал, друзья, извините. Они все там разрушенные тоже. Все можно там сделать, все это убрать, сделать красиво. Там можно сделать какой-нибудь дельфинарий. Ну, это все надо отдавать бизнесу, да, бизнесу, бизнесу. Но тоже, чтобы бизнес не борзел, определенно сделать рамки, чтобы они принесли какой-нибудь проект, что мы сделаем так, 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 так. Ну ничего же, блин, с такими технологиями, блин, вообще можно все сделать. Все нарисовать, показать, как это будет. Все это спроектировать красивенько. Блин, не знаю, друзья, не знаю. Уже и столицей стали, ну уже прошло уже больше года, как говорится. Или два года уже прошло. Ну что-то мы пока как-то не так. Мосты, конечно, там построили нам, но это благодаря ВВП. И то хоть на этом спасибо, иначе бы мы здесь вообще в этих заторах и пробках просто бы задохнулись. Ну, видите, все тут разрушено. Но там вроде вот тут, деревяшку положили и переходят на этот пирс. Ну да, красиво, да, все четко. Все четко сделали. Просто мостик поставили деревянный и все, красота. А что еще надо? Больше ничего не надо. Ну вот для детишек здесь вот этот вот сделали, как правильно назвать, не знаю. Для скейтбордистов там, вон, пацаны там катаются, ну тоже вроде как бы нужная тема. Согласен. Это чтобы покататься. Ну. А там, друзья, тоже этот и заборчик уже пошатнулся. И брусчатка там вся уже. Там вообще что-то непонятно, загнуто что-то. Ну такое себе, не знаю, не знаю. Ну как не знаю, я знаю, я в плане всегда говорю, что, друзья, ну не то пальто, ну нечем здесь любоваться, нечем. Ну детские вот аттракционы такие там, не знаю, снаряды спортивные. Ну горка там для детей. Ладно, что рассуждать, может что-нибудь когда-нибудь поменяется. Я бы вообще перекрыл бы сразу
Вот вообще набережная, это вообще проезд только по спецпропускам. Кто и правда здесь работает и какими-то делами занимается, срочно надо заехать, или какие-нибудь продукты питания сюда завозить, и тоже надо, не будешь с центра таскать. Вот это да. А это всю стоянку я бы тут, друзья, просто запретил. Просто. И все. Это набережная, это для людей, не для машин. Ну и что вы тут перекрыли? Там 200 метров прохода просто тоже. Ларьки с мороженым. И что? Ну вату вы здесь продаете. Не-не-не, друзья. Не то, не то, что бы хотелось увидеть в 21 веке. Ладно, будем, как всегда, надеяться, что что-то изменится. Мы поехали с вами, друзья, сейчас... А куда мы с вами сейчас, друзья? Мы сейчас с вами, друзья, едем в поселок Прохладное. Наверное. Я посмотрю, где не будет машин, мы туда и поедем. Поселок Прохладное нам надо и на Угловое. А потом уже заедем на Угольное. Насчет машины, ребят, пообщаемся, поговорим, что мне скажут вообще. Что могут сделать, что не могут сделать и когда могут это сделать. Как-то так. Как-то так. Ну еще я что хотел сказать. Сейчас мы будем проезжать площадь. И мы с вами пообщаемся. Мотоцикл. Ну вот тоже, друзья, пограничная, да? Тоже пограничное, тоже лицо, как говорится, города. Такое архитектурное сооружение, не сооружение, а дом, да, красивый. Ну вот они все тут стоят. Два грузина там, не знаю, там еще что-то там, бургерная, пицца там, еще какой-то магазин, в общем, шашлычный, у Нивел там, непонятно. Блин, ребята, вы покрасить не можете фасад? Это вообще много денег не надо. Это потратить несколько тысяч рублей, ну и труда немного. Винлап и тому подобное. Никому ничего не надо. И вот с другой стороны опять начинаешь рассуждать о том, что ну и что этот бизнес. Ну блин, ну я понимаю, им там всегда тяжело, им во все времена тяжело, этому бизнесу. Ну не знаю, ну не знаю. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть, чтобы было посимпатичнее, покрасивее. Ну не так же, блин. Ну, про Динамо мы говорить не будем. Динамо это вообще... Все, тоже. Ну все, мы приближаемся к центру, друзья. Оп-оп-оп-оп. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что, друзья, пролетело сообщение по радио, что здесь, когда копали котлован для фонтана, что там нашли туннель какой-то. Какую-то туннель, друзья. Где все загорожено. Туннель. Ну ладно, нашли так нашли, ничего страшного. Опа. Так, нам надо, друзья, вправо на фуникулер. И мы, наверное, сейчас по объездной быстренько бам. И туда, через море, через низководный мост с вами пролетим. Как на самолете. И все, и отгрузимся там, и выгрузимся, все сделаем. Поехали, поехали, пацаны. Потому что через город что-то, я думаю, наверное, будет сложновато. Хотя, сейчас не думаю, что какие-то пробки будут. Там просто круг получится огроменный. По Золотому мосту, потом на Окатовую, там, где... мост на остров Русский, потом бам-бам-бам. Да, наверное, нет, через город, друзья, наверное, получится. Если бы здесь сильные были пробки, то можно было бы объехать. А так потихонечку, потихонечку проедем. Опа. Ничего страшного. Наш изумрудик. Да, друзья, чуть не забыл, хотел поблагодарить Сергея и поблагодарить Александру Вадимовну, что поддержали канал, друзья. Благодарю от души, самое главное вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Благодарю от души. А то чуть не забыл, такое нельзя забывать. Да. Благодарю, друзья, всех.
Пологая, 53. Бывшая ДМП, друзья. О, управление культуры. Ух ты, культур-мультур. Культур-мультур не хватает. Да. Почему вы так говорите? Зелень, мелень, шашлык, башлык. Да не знаю. Культур-мультур не хватает. О, капсульный отель, друзья. Капсульный отель. Мы как-то проезжали, я не помню, да, там смотрел его. Капсульный отель. Ну, не знаю, не знаю. Так что, друзья, это у нас на Океанском проспекте находится. А номер какой? Какой номер? Не знаю, друзья. Это где у нас на Покровском парке находится. Вот мы уже и Гоголя проезжаем, друзья, здесь. Сейчас на путепровод и все. Да, там был большой бы круг я делал, конечно. Тоже не стоит. Ну, там красиво, да. Но красота, она же тоже, знаете, друзья. Обманчиво. Дальневосточный таможня там, друзья, у нас. Так, на выходных, что мне надо на выходных, друзья? На выходных мне надо посмотреть. Так, сколько стоит инструмент, как-нибудь взглянуть. Вообще. Это раз. Потом посмотреть работу инструкторов по вождению. Это два, друзья. Это вот надо мне на выходных не забыть. Ну и присмотреть дачу. Это три. Кто-то мне пишет, говорит, Игорян, мы, говорит, все это знаем. Нет, друзья, у нас уже обговорено с супругой. Просто обговорено все. Значит, насчет и по поводу работы на даче. Не для работы, друзья, берем. Не для работы, просто для души. Просто для души. Я, если вдруг это получится, друзья, я при вас это все заасфальтирую сразу. Жена говорит, вообще не проблема, асфальтируй сразу, если найдешь деньги. И оставь мне, говорит, только грядку для цветов и все. Я говорю, все понял, все, не проблема, не проблема. Вот сейчас вот представьте, вот такие выходные будут. Я хочу взять там 4 дня отдыха, потому что мы там будем отдыхать 1, 2, 3. Потом у нас рабочие дни будут 4, 5, 6, 7. А потом 8, 9, 10. Мы там отдыхаем, друзья. Я вот хочу 4 дня взять отдыха. И было бы прекрасно поехать бы на дачу и там просто отдохнуть. И все. А представьте, в 4 стенах. Ну тоже, блин. Ну тоже грустно. А почему грустно? А потому что денег нету. Ну сами согласитесь, в городе где-то что-то выходить, нужны деньги по-любому. По-любому нужны деньги. Даже просто на пирожное, или на кофе, или на мороженку, друзья. Ну согласитесь. А там что, взял дошика, роллтона, не знаю, там. Немножко шашлыка, мяса, хлеба. И все, и вперед, и вперед. Игорь мечтатель, да, я лучше помечтаю. Так, небольшой заторчик, как всегда, на столетии. Красота, друзья! Оп, военные поехали. Какие-то учения, друзья. Ну да, нас же немножко там взбодрили америкосы. И мы тоже немножко начали суету наводить. Эх, когда солнышко, какой вид. Обалдеть. Катерок там. Да, иметь катерок в городе, это, блин, ну, ребят, это просто шикарно, конечно.
Конечно, и обслуживать его надо, и денег он стоит, но это просто... Эх, это просто обалденно. Навигация у нас открывается. Уже пришел приказ 17 числа. Осталось всего 2 дня. И все, ребят. И будут бороздить просторы нашей вселенной здесь. Катерки будут. И рыбаки будут, и катерки. И гидроскутеры. Все будет. И мы попытаемся в этом году съездить на море и не раз куда-нибудь. Да. Море лечит, как я всегда говорю, друзья. Море лечит. На море даже постоять, покупаться, не знаю, да. Не зря люди копят всю зиму, грубо говоря, деньги и потом едут на море. Так, прохладное я отгрузил, друзья. Так, поворачиваем направо и едем на угловое. Опа. Здесь на повороте, друзья, тоже грандиозная стройка происходит. Так. Скоро увидим, что здесь такое. Заехал угловое, друзья. Вот я всегда еще раньше подумал, вот здесь бы домик купить какой-нибудь. Вот такой захолустный домик бы купить здесь, типа под дачу. Там ни огорода нету, ничего нету, короче. Друзья, и все, и все. И монтировать его приехал, там бам-бам-бам-бам-бам-бам, и все. Я так думаю, и было бы нормально. Ну вот тебе и дача. Свой домик, тут и колодец, тут и мусорка рядом, все. Тут и магазины, если вдруг что-то надо. Тут и интернет, тут и телевизор, все. Блин. Правильно, друзья, я же думаю. Вон, видите, люди утепляют. Было бы прекрасно. И от города недалеко, и от моря недалеко. Захотел, на море поехал. Не захотел, не поехал. И все, вон беседка есть. Сел в беседочку, книжку почитал. Шашлычок под коньячок. Блин, ну вообще милое дело. А не пахать здесь, чтобы задница не подгорала. Вот такой какой-нибудь домик такой захудалый взять. И потихоньку его делать. Где-то досок надыбал, где-то еще что-нибудь. Ну хоть какое-то было бы, как говорится, развлечение. Тоже нормально. Все, мы здесь приехали. Сейчас здесь коробочку масок отдадим. Друзья, и поедем прогнозировать, как у нас обстоят дела по ремонту газели. Узнаем у ремонтников, когда вообще все возможно. Сейчас позадам им вопросы и узнаю. Вот как-то так, как-то так. Да, какой-нибудь домик бы, блин. Дачу. Недалеко. Опа. Приехали. Оп. Бабушка сейчас нам откроет шлагбаум. Где она, бабушка? Откройте шлагбаум. Вот на таком надо ездить мне, друзья, на электромобиле. Ну, мы уже на угольной, друзья, едем в ремонтную. Интересоваться и спрашивать, что они могут нам сделать, а что не могут. Я список полностью составил, записал все, остановился, записал. У меня получилось... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пунктов. И что они смогут нам сделать, мы сейчас у них поинтересуемся, друзья. Ну все, мы здесь к ним приближаемся, вот к этим ребятам. Сейчас мы у них все уточним. Вот это организация. Вот это организация, друзья.
Вот сюда мы встанем, наверное, с вами. Опа. Мне и договор, я нашел договор, мне нужно еще и договор им отдать. А были мы у них, друзья, 27.10.2020 года. Это уже прошло полгода, как мы были, и колодки мне меняли полгода тому назад. Ну, сейчас пообщаемся. Друзья, ну все, я пообщался непосредственно с зам, он может гаражом или мастером, или кто-то такой. Я ему отдал документы все, договор наш и там еще там кое-какие документы отдал на подписку. В общем, он мне что сказал? Позвонить по этому телефону, автоцентр Автосити, один из этих телефонов, Александру, и записаться. У нас, говорит, здесь очередь. Я говорю, понял. Что я ему озвучил, друзья? Я ему озвучил, замена топливного фильтра, ну это понятно. Замена гофры, он говорит, не вопрос. Поднять задний бампер, все это решается. Поднять ручник, передние колодки, посмотреть, настроить ВБАС, тут тоже, говорит, не проблема. Салонный фильтр и трансмиссию моста и коробки посмотреть. Он говорит, все это делается, никаких проблем. Созванивайтесь, договаривайтесь и ставите машину. Вот как-то так, друзья, вот как-то так. Так что, блин, я вообще просто... Знаете, честно говоря, очень даже обрадовался, что здесь делают абсолютно все. Ну, я про лобовое стекло ему не стал говорить и про замену колес с зимних на летние. Потому что, как говорится, это мы сами сделаем. Так что как-то так, друзья. Сейчас мне надо будет созвониться с Сергеем, с нашим начальником. С ним переговорить, чтобы он непосредственно позвонил и договорился, чтобы я, как говорится, если он меня попросит, я позвоню, если нет, то он сам созвонится и договорится, на какой день нам поставить машину на ремонт. Вот как-то так, друзья, как-то так. Так что все в порядке, все эти пункты выполняются. Все. А насчет топливного фильтра, я ему сказал, что я там слил воду. Он говорит, это после зимы конденсат. Ну, я доверяю людям, которые, скажем так, в этом не то что соображают, а как бы компетентные в этом вопросе. Он мне сказал, это конденсат, ничего страшного нет. Фильтр поменяем, все. Ну, там менять сами, друзья, вы знаете, это 5 секунд. Были бы инструменты, я бы больше половины бы сделал все сам. И в коробке бы посмотрел. Ой, женщина, женщина. Ну что теперь сделаем? Это. Я бы и в коробке посмотрел, и в мосту бы посмотрел, и салонный фильтр бы открутил, и бампер бы верхний поднял. Но есть одно но. Нету инструмента. Не очень-то много бывает и времени. А я, как всегда говорю, друзья, каждый должен заниматься своей работой. Вот умеют люди этим заниматься, делают, зарабатывают деньги, и это хорошо. Так, по мелочи, в салоне что-нибудь, конечно, можно что-нибудь поковыряться, сделать. Помыть, убраться, подшить где-то, подклеить, это да. А такие ремонтные работы должны выполнять ремонтники. Согласитесь, друзья, со мной? Спасибо, вы согласились. Так что, блин, я рад, блин, что они... Он говорит, не проблема. Виталий его зовут. Так что, Виталий. Опа. Так что, едем, друзья, едем. Все. Все, приехал, друзья. Еще даже не обедал, убрался в машине. Решил посмотреть барбосов, что у них. У барбосов. А? Че, сегодня вас не кормили? Вы на голодовке. Вы у меня на голодовке. Привет. Ты на голодовке тоже. Красавчик. Здорово, красавчик. Ты что, косточки все съел? Молодец. Че, вон, сухой корм у них лежит. Ну-ка, правильно кусаю. Ой, чуть не ударился. Да на место. У старого сухого корма нету. А у терпилы? У терпилы тоже нету. Только у красавчика есть. Ну-ка, на место.
красавчика есть, а у этих нету. Ладно, если что, тебе тоже насыплю. Что ты? Не бойся, что ты? Что ты? Вода есть у тебя? Вода есть. Ругаются.